зайца. Шел трамвай, девятый помер. На площадке кто-то помер, впрочем, песня не об этом. А на площади восстания два громилы с пулеметом оказались в том трамвае. И тогда один угонщик подошел к вагону пожарный, что вертела руль трамвая, и направил ей в затылок пулемет девятиствольный, мол, гони до Уругвая. Делать нечего, вожатый повернул к Уругваю, кто же хочет пулю чей? Пассажиры возмутились, но потом сообразили, что ведь худо без добра. Но на счастье пассажиров в том трамвае оказался участковый дядя Степа. На работу с пистолетом ехал он в трамвае этом, как обычно, без билета, так как мент он. Пистолет у дяди Степы — это вам не страны магнум, это грозное оружие. Он бы Эйфелеву башню разбашил и приемом, но французы были против. Он ковался темной ночью по секретному заданию на заводе Микельсона. И коробка пуль чугунных 1,5 сантиметра весом прилагалась к нему. Дядя Степа свой револьвер на угонщиков направил, закричал: «Бросай оружие!» Так что стекла задрожали, а ворона, пролетая, в тот же миг обосралась. И бабахнул для страстки, мент пробил в трамвай крышу, спутник сбил американский. Тот, сгорая в атмосфере, расключился на части и попадал в океан. Один кусок побольше долбанул ракетный крейсер, гордо рыщущий на рейде. Все ракеты повзрывались, от крейсера остались два бензиновых пятна. Во всем мире посчитали это праздничным салютом, тем, что служба днем и ночью. И на первый взгляд как будто совершенно, абсолютно не нужна. Но по взгляду дяди Степы было ясно, однозначно, он-то думает иначе. Тут заплакали бандиты, побросали в страхе ружья и подняли руки вверх. В завершение сообщаем. В Уругвай послали ноту. Пассажиры подписались. Дяди Степе дали в морду и заставили в приказе починить в трамвае крышу.